тормоза поднимаю. Вот, вот, вот здесь, вот дорога трактором подъехал. Он спускается, главное, бегом и прямиком на меня. Я, как лук, мешал ложку, у меня вот здесь бочка с водой стояла. Я раз, к бочке подошла, ложка погремела, думаю, испугается. Он ничего, прямиком вот так вот здесь прошел. И мимо меня буквально вот так вот, я скорее на мостик отскочила. Он туда, он, на помойку. У нас ребята рыбу наловили, мы засолили, хотели посушить. И так забыли, и целое ведро у нас протухло, мы его туда выбросили. Ну, он, наверное, нюхал, вот это, да, и копать. Ну, я, естественно, испугалась. Потом он опять в помойку полностью залез, вот так вот, только задние лапы остались. И вылазит, ну, весь грязный. Ну, в общем, там до дна, наверное, копался, так вот стряхнул, встал на лапы. Ну, вообще, он не очень большой был, ну, чуть-чуть повыше меня, вот когда на задних лапах стоит. Полежал, в общем, он без 20-12 ушел отсюда. Я так жалел, что ребята не видели. Они потом, им тракторист сказал, они все бегом, ты жива. Я ничего, но с тех пор вот я сейчас боюсь медведя. Это Тоня Голянова. Ребята зовут ее Тоха, иногда Алексеевна. Единственная женщина в бригаде. Тоха! В бригаде, на счету которой не только десятки километров рельсов, уложенных в тайге, но и добрые дюжины хороших спектаклей. Вот начинается. Самая типичная репетиция. Так, еще разик, давайте, пошли сначала. Слава, со входа своего подходишь, садишься, все как положено. Тоня, повеселее, хорошее настроение, песенку напевай. А кто с тобой еще живет, а? Дочка. Стоп, Тоня. Сразу не выпускай его уже из поля внимания. Как вошел он, все, ну все, садись. Если тряпка была, выбросил ее подальше. Так. Пошла по кругу, как мы говорили, опутывая его со всех сторон. Прошла со всех сторон и смотрела, потом уже села. Слушай, Вань, вот то-то. В пьесе «Шукшина до третьих петухов» Тоня играет бабу-ягу. А в жизни ребята говорят, что одно ее присутствие в бригаде поднимает производительность труда в полтора раза. Забайкалья, где золото роют в горах, бразят... Саша, во-первых, в первую очередь тебе, значит, сразу же оценка. Только он появился оттуда, Ты-то уже сразу, смотри, ну вот лезет пьяный монах. Ну-ка, брысь, ты как здесь оказался? Иди, дядя, проспись, а потом я тебе покажу твое право. Так же толкни его хорошенько, посади. Ты как здесь оказался? По какому такому праву? Ну-ка, пшел отсюда! Саша Бондарь, лауреат премии Ленинского комсомола, глава этой необыкновенной бригады. Седьмой фильм нашей кинолетописи «Бама» мы хотим посвятить им. Рассказать о тех принципах, по которым они живут, об их отношении к жизни и к делу. Вот как раз вы приехали в такой момент, что вот мы опять сидим почти что практически без работы. В чем это? Ну, не привезли рельсы. Самое главное, что с чем мы работаем, это с рельсами. Шпала есть, рельс нету, нет скреплений. И все обещают где-то на днях. А это очень здорово отражается вот на психологическом климате. И в бригаде, и, может быть, даже и в семейных отношениях. На все оно влияет, верно? Когда ребята поработали, есть работа, у них как-то не уставшие, но настроение такое бодрое, чувство удовлетворения какое-то. Да. Вот сегодня Саша Маков. И пошутить, да, конечно. Да, и юмора, все, они уставшие, но они какие-то довольные. Вот придут такие, вообще разговоров много. А когда работы нет и разговор не клеится, ничего, вот сегодня Саша Макловский говорит. Ну, Алексеевна, я, говорит, не могу. Даже, говорит, работать неохота. Сегодня работаем, лишь бы день прошел, потому что нет работы. После второго простоя они выпустили молнию и повесили прорабу на дверь. Не помогло. Тогда начали репетировать пьесу «Заседание парткома» в часы простоев, прямо на трассе. Вложили в спектакль все свои проблемы, всю боль. Бондарь говорил нам, за качество игры не ручаюсь, но за проникновение в суть дела каждым актером полностью. Иван Дурак, Владимир Графов. Илья Муромец, Александр Бондарь. Итак, Народный театр, лауреат всероссийского смотра конкурса. Художественный руководитель и режиссер, член бригады Бондаря, плотник Анатолий Байков. Вообще, сегодня Байков уже дипломированный театральный режиссер. Работал и учился в Московском институте культуры. 5 лет назад на его предложение создать театр первыми отозвались ребята из бригады Бондаря. И было это в легендарном поселке Звездный. В
Эти кадры мы сняли в 1974 году, в дни нашего первого знакомства с нынешними героями. Девушка слева с ключом от БАМа, Тони Галянова, комиссар отряда имени 17-го съезда комсомола. А у окна узнаете? Саша Бондарь, молодой, безбородый, один из руководителей отряда. Это было начало всего. Звездного, БАМа, новых традиций. Наконец, это было начало формирования особых характеров, процесса, который в полной мере проявился спустя время. За 4 года, пока бригада Бондаря жила в Звездном, поселок вырос, благоустроился, но когда главная стройка крестилась на восток, они не выдержали и решили из хороших квартир всем составом с женами и детьми двинуть снова в необжитую тайгу в палатке на передовую. Когда уже все вещи мои упаковали, сложили в машину, села в комнате, я расплакалась. Подумаешь, сколько видели эти стены, сколько слышали, вот они вместе с нами пережили все трудности, вот первые дни в Звездном, все вот это. Ну, я не знаю, как с живым мужчиной прощали. И вот когда уезжали, нам каких на нас только не валили всевозможных. И вот и вы и дезертиры, вот вы и гоните за длинным рублем, вот мы вас и по всем линиям, по комсомольской, по партии. Слова о длинном рубле и о рвачах показались ребятам настолько обидными, что они отказались от заработанных за 4 года надбавок к зарплате, уволились и поехали на север Байкала в Бурятию. Это было испытание на прочность. Они не желали работать в полсилы. Бригаде Бондаря, одной из лучших на бурятском участке, было поручено ответственное дело – монтаж пути, укладка рельсов от Давана до Витима, более 500 километров. Напряженная, слаженная работа опять обрывалась простоями. Раз, другой, третий. Чего они только не предпринимали, чего не придумывали для улучшения организации труда. Ребята не требовали для себя исключительных условий. Когда надо, они работали в любую погоду, от зари до зари. Порядка на участке не прибавлялось. И бригада решила открыто заявить на собрании о своей позиции. По максимуму, с цифрами в руках. Разговор начал Владимир Графов. Итак, в январе месяц наша бригада прибыла на звеносборочную базу. Проработали мы 11 месяцев. Мы сели и подсчитали, что из 35 тысяч человека-часов, которые мы проработали, у нас набралось 9 тысяч человека-часов простоя. Знал о этих простоях и прораб, и главный инженер, и товарищ Скорган. Все руководство знало. Большее количество человека-часов бригада простояла не из-за того, что нет материала, а из-за того, что на первом прорабском очень плохая организация труда. Она практически там, ну, чуть ли не отсутствует. Примеров для этого я могу проводить бесконечно. Приходит на день, может быть, 3 разных перечеркивающих друг друга распоряжения. Мастера, прораба и старшего прораба. Даже мастера одного и того же человека, он может до обеда говорить одно, настраивать бригаду, а потом на другое. Неделю бригада не ударила палец о палец. Абсолютно. Я не понимаю, ни как коммунист, ни как член бригады, ни как человек вообще, рабочий человек. Как это так? Неделю 19 человек будут сидеть без работы. 9 тысяч человека-часов на лицо. Ну, кто-то же должен за них отвечать. Должен. Так вот. И теперь еще самое трудное, что сейчас вот меня волнует больше всего. Хорошо, вот коммунисты здесь, они поймут. Комсомольцы, большинство поймет. Но ведь найдется все равно человек, который скажет, ну и что вы добились? Что вы добились? Да ничего вы не добились и не добьетесь. Так вот как человеку доказать, что он не пешка, что он может что-то сделать в этой жизни, в этом, ну, перевернуть в этой организации труда? Вот объясните мне, как коммунисты, объясните, как вот человеку доказать, что он,
Он веру теряет. Ведь самое интересное, он веру теряет. Это самое дорогое, что у человека есть. Если человек не будет верить, он ни на что не способен. Вот ставим мы спектакль. У нас вся бригада ставит спектакль «Заседание парткома». Все говорим правильные слова. Такие правильные, что даже за душу берет. Уже этот спектакль ставили раз 10, может 15, может 20. Но каждый раз мы его переживаем. А как у нас получается в жизни? В жизни у нас получается прямая противоположность. Мы больше в своего времени работаем в полсилу. Когда вот были рельсы, когда было железнодорожное полотно, работаешь, да так наработаешься, что приходишь после смены и чувствуешь, что ты поработал. А тут мы 20 молодых, здоровых парней занимаемся черт знает чем. В то время, когда наша стройка комсомольская, все можем решить, все можем сделать, все можно достать. Только надо работать правильно и целенаправленно, каждому на своем месте. На первом прорабском участке, к сожалению, еще работа не обеспечивает так, как хотелось бы. Работа не идет так, как хотелось бы. Значит, задача стоит в том, чтобы сейчас нам выйти с этого, подобрать все-таки хвосты, развить, обеспечить устойчивое движение поездов на этом участке, понимаете? Обустроить звеносборочную базу. И дальше по Бурятскому участку идти, вот так, кстати, имея какой-то тыл, какую-то базу, какой-то опыт, будем говорить. В общем, собрание стало полезным и серьезным уроком для всех. Ведь от ошибок, как известно, никто не застрахован. Но главное, из любого, пусть даже неверного шага, надо делать верные выводы. И думать, и решать, как все-таки двигаться дальше. И лучше делать свое дело. Мы не нашли другого выхода из создавшегося положения, чтобы не поднять его именно в такой форме. Если бы мы поднимали его как-то по-другому, на нас просто бы, я даже не так выражаюсь, не на нас, а на этот вопрос просто не обратили бы внимания. Мы не добились, понимаете, не дошло. До всего собрания не дошло, не заболели люди, понимаешь? Вот правильно ребята выступают, понимаешь, правильно. А нет бы выйти и сказать, вот как-то Черепанов вышел с АГМ. Это правильно, Черепанов. Нет, дело в том, что эти вопросы это не только наши. И то, что мы с ними вышли, и все, что мы сделали, я считаю, это очень правильно. И по-партийному. И неоднократно мы обращались во все инстанции. Вы же прекрасно это помните. Мы правильно, может быть, подходим к этому вопросу. А с другой стороны, в общем-то, и мощь не от поезда, не от реста зависит. От кого? Это само собой вообще-то. Нет, ребята, вот посмотрите. Стоит... Во-первых, мы как, поднимаем вопросы. Вот смотри, неужели они, допустим, противники сами себе. Что, разве не заинтересован, допустим, и пояс, и трес в этом, чтобы было? Мы, во-первых, поднимаем вопросы не о снабжении. Мы со снабжением согласны. Мы действительно здесь находимся без выгодного вопроса. Организация работы именно в тресте и в поезде. Все правильно. Вот самые первые вопросы, которые мы поднимали, из которых мы начинали бить. Эти вопросы здесь решаются. Так они-то что говорят? Они говорят, мы не знаем, что дадим сейчас и что дадим мы завтра. Потому что вот они буквально, вот смотри, какая организация труда. Они говорят одно утром, в обед уже другое, а к вечеру уже третье. А любое отступление от стереотипа так или иначе заостряет на этом внимание. Заставляет людей думать в этом направлении. Не было бы вот этого даже разговора сегодняшнего, который я в конце концов считаю очень ценным. Я не согласен с Сашей, что он наполовину. Тут больше, чем наполовину. Мы не добились до конца своего, но это уже большой сдвиг, что разговор такой состоялся. Кто-то из ребят сказал однажды, когда своих слов не хватает, мы обращаемся к классикам или к Василию Макарычу. Шукшин дорог нам тем, что он изобличает ложь, неправду, которые еще имеют место у нас. И мы своим спектаклем пытаемся хоть в какой-то степени бороться с этой ложью, с этой неправдой. А сам Иван Дорог, это вот как раз выписан Шукшиным характер до такой глубины. Это своеобразный комок нерва, не безразличный ни к чему вокруг его происходящего, который видит плохое и пытается переделывать это. И, на мой взгляд, большинство его произведений направлено именно против людей, которые приспособились в нашем обществе. То есть против тех наростов общества, с которыми очень тяжело, но все же нужно бороться. Сейчас Шукшин, до этого были Маяковский, Погодин, Островский, Фадеев. Такое общение не проходит бесследно. Оно учит, воспитывает, как бы проясняет цели, идеалы в жизни. Быть может, и максимализм их берет начало оттуда. Оттуда и нравственный климат, и те отношения, которые существуют в бригаде.
каждый год перед 8 марта, когда морозы еще стоят под 30-40 градусов, бригада посылает гонца за 600 километров на юг за цветами. На этот раз жребий пал на Володю Заботина. Это были первые на всем БАМе весенние цветы. И мне хотелось бы от имени бригады поздравить всех женщин, тех, которые работают в непосредственной близости действительно с таким грубым мужским коллективом. Мы очень устаем, не всегда сдерживаемся в своих выражениях. И мне хотелось бы от имени бригады преподнести такой чисто бригадный подарок. Часы! Чтобы бригада никогда не просыпала на работу, так как она нас всегда поднимает. На место? На место. А, ты думаешь? Поставьте, откуда взяли. Вера! Вера, Вера, Вера. Бригада Бондаря последние рельсы к Байкалу уложила к сроку. И даже раньше они добились своего. Вспомните, ведь такие максималисты утверждали советскую власть. Им, людям с открытой душой, высокими идеалами, непримиримым и неутомимым первопроходцам, мы обязаны многими победами. За такими и будущее. Строй отряды уходят дальше, а строй гитары не терпит фальши. И наш словесный максимализм проверит время, проверит жизнь. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно святой пожар. Мы мечтаем где-то построить дом, чтобы все вместе жить, или в каком-то большом культурном центре получить кооперативную квартиру, но обязательно в одном доме, и жить вместе. Ну и продолжали вот эту вот нашу такую вот жизнь в коллективе. Думаете, это у вас получится? Я почему-то уверен, да и ребята уверены, что должно получиться. Стоит только захотеть. Ну, я желаю вам удачи. Спасибо.